Сегодня «Газпром» подтвердил, что уже с 1 октября не будет применять при поставках газа на Украину так называемый принцип «бери или плати». Срок действия этой льготы распространяется до конца отопительного сезона, то есть до 31 марта. Это означает, что украинский «Нафтогаз» получает возможность без штрафа покупать меньшие объемы газа, чем брал на себя в обязательствах по контракту. При этом до конца года цена газа для Украины становится такой же, как и для сопредельных с ней стран Европейского Союза. Об этом говорится в постановлении, подписанном Дмитрием Медведевым. Оно касается ставки вывозной пошлины. На этом фоне уже в ближайшие часы в Брюсселе начнутся трехсторонние переговоры в формате Россия-Украина-Еврокомиссия. Речь пойдет, в частности, о финансовой помощи Киеву от ЕС для оплаты поставок российского газа. По некоторым данным, на эти цели могут выделить 1 миллиард долларов.